С вами снова Марк Легобой, и сегодня мы будем делать обзор на набор Лего Чима, артикуль которого 70 тысяч, возраст 7-14 лет, одна мини-фигурка Раскал и одна вот такая вот, такой вот самолет. Не самолет, а как бы орел. Значит, сзади коробки идут такие функции. Вот, тут закрыт наклеечкой, значит, мини-фигурка. Вот, также логотип, этот Раскал. Значит, и рекомендованная его цена 500 рублей. Вот. По коробке это все. Переходим к набору. Вот тут есть одна мини-фигурка. Мини-фигурка вот этого ворона. Значит, здесь у нас идет оружие. Оружие наподобие из игры Halo. Вот. Дальше здесь идет интересный принт. Он идет на торсе, идет на ногах и сзади торса. У нас еще такие черные крылышки. Дальше идет такой его маска. Маска ворона. И тоже есть принт на лице. Принт на лице впереди и принт на лице сзади. По мини-фигурке это все. Переходим к такому летательному аппарату. Он тоже в виде ворона. Здесь у нас такой нос идет. Здесь функций большинства никаких нет. Значит, тут просто идет интересная детализация. Вот. Здесь идет кость в виде пульта управления. Кристалл Чи. Вот, далее здесь у нас идет такие вот четыре крыла, вот. Угу. Так, и с функцией здесь у нас только вот такой вот как стрелять, аппарат, который стреляет. Значит, мы нажимаем сюда, и этот выпрыгивает, такой гарпун, вот, и он так вот висит. К нему, по идее, как написано на картинке, можно приделать кристалл Чи, и чтобы он так летел. Ну, я не знаю, вообще, честно говоря, мне не очень нравится эта функция, но набор сам крутой. То есть, мне кажется, такой, если вы коллекционер Лего Чимы, то вы обязательно должны его купить. Вот. Или, может, даже таких два набора. То есть, если делать какую-нибудь битву, то можно будет так, как два их летит, и очень круто получится. Вот. Ну, в общем, набор такой неплохой вот. Ну, так, в принципе, если вы особо не хотите тратиться на Лего наборы, то есть, ну, я бы, конечно, ну, не советовал просто его покупать, потому что он, в нем ничего такого интересного нету. Просто если на детали, конечно, то тут много деталей таких хороших. А так, если просто что-то на полке стояло, он так смысла не имеет. Вот. Ну, в общем, это пока все. С вами был Марк Легобой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Вот. И спасибо за просмотр.